Всем привет, с вами Настя Мухман. Я с вами хочу поделиться маленьким секретом, как пекутся вьетнамские булочки. Наверняка вы все видели, то есть, как на каждом углу вьетнамцы делают эти багеты, там добавляют в них всякую зелень, рыбу, мясо, в общем. И оно получается очень вкусненьким. Но никто не видел, как они на самом деле пекутся. Они на самом деле пекутся вот в таких вот маленьких печках. Это как частное такое производство семейное, насколько я понимаю. А так вот люди целый день стоят, выкладывают, закидывают их. И получаются маленькие вкусные булочки. Я не знаю, сколько лет этой печке, но она выглядит очень старинно. Наверное, очень много, наверное, давно ей уже лет. Сверху какой-то чувак закидывает уголь, походу. Печка очень горячая, к нему так близко стоять, она шарит конкретно. Замес тут идет. Чувак смешной, Сайгон, Вьетнам. Фанаты Сайгона. Стороны печку. Вот и все, наши булочки готовы. Не прошло и 2 минут, как оно уже готово. Очень быстро запекается и очень хрустяще. А вообще, те, кто пробовал его так вот свеженьким, горяченьким, они знают, что оно того стоит. Очень вкусные булочки. Получается целая корзина за раз. Всем спасибо за просмотр, ребятки, если кому понравилось, ставьте лайк, если есть какие-то у вас комментарии, обязательно пишите, я всегда отвечу. Всем спасибо, всем пока.